Привет, друзья! Настало время для подведения итога конкурса, который я устраивал. И сегодня мы увидим, кто же те два победителя, которые получат пригласительные на ближайший усадебник с рожечниками из Нерехты. Условия конкурса вы, наверное, знаете, можно было увидеть в ВКонтакте, почитать, посмотреть, так что я не буду на них останавливаться. И сразу же приступим. Все. Открыл программу, зашел на сайт RentStuff. С помощью этого сервиса мы сейчас и определим победителя. Сюда мы вставляем ссылочку на наш пост. Вы помните, да, что нужно было сделать репост, состоять в группе. И что-то там еще. В общем, вот ссылка есть. Город победитель нам не важен, потому что, может быть, кто-то приедет из другого города, участвовал. И мы будем искать победителя среди репостнувших. Значит, в группе мы состоим. У нас два победителя. Два победителя должно быть. Вот. Ну что? Раз, два, три! Так, ждем. Ждем. Так, и у нас получились два победителя. Тамара Тяжелова и Елена Левкина. Тамара и Елена, я вас поздравляю. Вы можете прийти как гости на ближайший усадебник с рожечниками. И я думаю, что вы захотите взять кого-то с собой, кто вам близок и дорог. И на это у вас есть полное право, потому что пригласитель на двоих. Вот. И жду всех вас, все, кто придет 1 июня 18:30 на усадебник, вот сюда вот, в эту кузню, где я сейчас нахожусь сегодня. Слава Богу, замечательная погода. Поют птички. Кто-то сидит здесь, хулиганит. Вот. Приходите, и будем слушать замечательную музыку, старинную, пастушью, рожечную, которые нас порадуют рожечники из Нерехты. До встречи и пока!